Определенная серия движений с шагами и поворотами в карате называется ката. Именно этот набор элементов будут оценивать судьи у самых маленьких участников соревнований. Они приехали в Одинцово на 15-й чемпионат и первенство по традиционному карате. Сегодня у нас дети, завтра взрослые участники. И что мне особенно приятно, любители. Любители — это взрослые люди, которые пришли заниматься в 20, 30, 40, 50 лет карате. Им тоже будут доступны соревнования. И это главная черта в этом виде спорта, говорит Павел Черноусов. Участники разбиваются не только по возрасту, но и по техническому уровню. Это дает возможность развития буквально каждому. Мы одна из тех немногих федераций, можно сказать, единственная, которая видит в карате инструмент воспитания и развития. Не просто выяснение, кто сильнее, кто круче и так далее. Конечно, это все есть в спорте, оно присутствует. Но мы сделали то, что назвали единый соревновательный и образовательный стандарт. Чемпионат открыли под звуки Одинцовского молодежного оркестра. Более 300 участников из 10 регионов со всей России покажут здесь свое мастерство. Я очень рад, что здесь, в Одинцово, есть такие подвижники, пропагандирующие здоровый образ жизни и воспитывающие подрастающее поколение, которое будет способно защитить семью, страну, себя. И вот уже первые награды. Команда из Иркутска буквально не сходит с пьедестала. На груди Кати Митурич 5 медалей, хотя девочка впервые на таких соревнованиях. Да и в карате недавно, но уверена, что навсегда. Главное здесь саморазвитие. Ты приходишь, выходишь на такие соревнования, на татами для самосовершенствования. Ты себя улучшаешь каждый раз. Каждый раз это новый результат. И первое место – это совсем не показатель чего-то, что ты там какой-то чемпион и так далее. Это значит, что ты на правильном пути и можно двигаться дальше. И в этом главная философия традиционного карате, которая подойдет любому. Каждый день становиться лучше, чем ты был вчера. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».